Конституции Российской Федерации вы не обязаны списывать против самого себя, своего супруга, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса. Что, пожалуйста, где, когда, в какое время, по какому адресу? Поясните нам, что и где произошло. И в чем ваше там участие? Произошло это в 6 микрорайоне. Я из дома пошел в гости потерпевшего. Потерпевший — это кто, его данные, каково у вас просто?